Сегодня в Петербург прибыла Алла Пугачева. Из Москвы примадонна приехала в специальном вагоне. Сегодня на московском вокзале встречали примадонну. Информация о номере поезда и времени его прибытия держалась в секрете. Но для фанатов и журналистов такая мелочь никогда не была препятствием. Многочисленную толпу встречающих изображали в основном они. Не обошлось, конечно, и без случайных зевак. Многие из них провели с Аллой Борисовной всю ночь в одном поезде, даже не подозревая об этом. Пугачева всегда привозит в Петербург новые программы. На сей раз все иначе. Я выхожу на сцену, там все решаю. Если бы это была совсем новая какая-то программа с новой концепцией, то я бы, конечно, это объявила. А так я всегда новая. Не старая. Не худая. Слушай, представляешь, я пополнела, да? И все те, которые говорят, что я делала пластические операции, куда-то смылись. Да. А теперь я похудею. Когда покушаешь, конечно, будешь в форме. Я не полнею, я пухну от голода на одной картошке. Затем Алла Борисовна села в белый лимузин и укатила. Наверное, завтракать. А вечером «Живая легенда» будет петь в БКЗ «Октябрьский».